В России продолжают гореть леса. На сегодняшний день огнем охвачена площадь больше 60 тысяч гектаров. Как минимум в 18 российских регионах зафиксированы серьезные очаги возгорания. Самая тяжелая обстановка в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Там введен режим ЧС. Число погибших продолжает расти. Уже известно о гибели 21 человека, еще 13 получили ранения, сообщает МЧС России. Власти расследуют причины возгорания. В Курганской области из-за поджогов завели 7 уголовных дел. Борьба с огнем продолжается. В тушении участвуют несколько тысяч пожарных и добровольцев.